Выбрать из 9 вариантов или предложить свой. Зареченцы сами решат, какая городская территория будет благоустроена в 2018 году в рамках национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В трех учреждениях Заречного появились урны для голосования. Одна из них находится в Центральной городской библиотеке. Второе место – это у нас администрация города, и третье – ДК «Современник». То есть как раз в различных точках города, куда жители могли бы спокойно добраться и подать свои предложения. Опрос горожан идет и на просторах всемирной паутины. Сделать свой выбор можно на информационно-развлекательном портале городз.инфо. Более сотни зареченцев уже приняли участие в голосовании. Лидирует Центральный парк культуры и отдыха Заречья. Мы предлагаем всем зайти на сайт и выбрать ту территорию, которую, по вашему мнению, больше всего зареченцев посещает, ну или любите лично вы. По итогам общественного голосования определят три самые популярные у зареченцев территории. Одна из них и будет благоустроена в 2018 году. Рейтинг голосования будет проходить в марте месяце, и как раз вот по этим трем позициям, по трем пространствам будет проходить это голосование. То пространство, которое победит, оно будет и благоустроиться в 2018 году. Принять участие в общественном голосовании может каждый горожанин. Оно продлится до 9 февраля. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».